Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, и сейчас мы откроем новогодний подарочек, который мне прислал один из моих друзей и зрителей Флэш. Огромное тебе спасибо за проявленное внимание, и вообще, ребят, всем огромное спасибо, кто прислал мне и будет присылать подарочки, это безумно приятно, и не имеет значения, что лежит внутри этого подарка. Главное, позитивные эмоции, которые мы ощущаем, когда открываем эти подарки. Ну что, распакуем, посмотрим, что нам прилетело, если какие-то контейнеры, то еще и контейнеры сейчас пооткрываем. Что тут у нас? Вообще бомба, 2500 голды, фортиум, обвесик и 100% какая-то восьмерочка. Забираем все это дело и сейчас откроем сертификатик на восьмерку, посмотрим, что оттуда выпадет. У меня очень большая коллекция восьмерок, но все же я держу пальцы крестиком, что оттуда упадет, блин, выскочил случайно, что оттуда упадет все-таки какая-нибудь машинка, которой у меня в коллекции нет. Буду безумно рад. Заодно давайте сначала посмотрим, какие компенсации. Компенсации, к сожалению, серебром, потому что здесь в основном все машины премиумные, только одна коллекционка Титан Черёттер, которого у меня нет. Поэтому компенсацию за него я не получу, но если получу самого Черёттера, будет очень круто. Ну что, открываем, что нам оттуда падает? Ну, пожалуйста, пожалуйста, чего-нибудь, чего нет. Блин, Астрон Рекс, обидненько, ну обидненько, как обидно. Ну ничего, в любом случае, как я говорил, мне приятно от самого факта проявленного внимания. Флэш, огромное тебе спасибо за присланный подарок. В любом случае, моя копилка голды стала на 2500 больше. Ну и, соответственно, у меня расширяются возможности по приобретению каких-нибудь коллекционных и редких машин на зимнем аукционе. Допустим, взял себе хищника. Побежал снимать специально для вас следующее видео. Вам, друзья мои, радости и приятных ощущений от открытия подарков, в том числе и новогодних под елкой. Хорошего праздничного настроения, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.